Приветики, омлетики, вы на канале 0 Элли 02. И поскольку я вернулась с лагеря под названием Ласточка, кто не смотрел про него видео, можете посмотреть. У меня скопилась куча историй, и сегодня я их вам расскажу. Будет немного другой формат видео, ну и ладно. Все 4 истории в этом видео я разделила на названия. Ну а мы начинаем к первой. Лина. В лагерь Ласточка приехали тренера на сборы. И у одной тренерши была дочка Лина, допустим, будут так звать. Так вот, что на каждой дискотеке приходила она. И как мы с ней познакомились? Чё она так классно танцует? Я так что ли вообще не умею? Буду повторять за ней. Вот так вот мы заканчиваем первую историю. И сейчас мы переходим ко второй. Туалет. Когда мы приехали в лагерь Ласточка, никто не знал, где туалет, потому что нам не сказали. И вот одни девочки захотели в него, им сказали, где он. Ну и я тоже потом захотела. И когда мне показали, куда идти, я зашла, а это туалет с дыркой. Но все было хорошо. В тот же первый день пошли девочки наши исследовать всю территорию. Когда они пошли ее исследовать, они нашли нормальный туалет, где была куча туалетки. Напоминаю, мы приехали на первую смену. И все сразу же ее разобрали всю. Но спустя несколько дней я ее тоже решила забрать, которая там появилась. Не, ну я правда отнесла на место. Эти, что там сказала? Ну, если серьезно, то я правда ее отнесла на место. Она там до сих пор лежит, возможно, ее кто-то другой забрал. Вот мы и закончили вторую нашу историю. Переходим к третьей. История называется «Во всем виноваты дети». Почему я так ее назвала? Так вот, в лагере у нас же были сборы, у нас была спартакиада, это когда мы сдавали всякие нормативы. И вот мы пошли сдавать скалку. Я считала за своей подругой. Так вот, я подхожу к тренерше, говорю, что она пропрыгала 80 раз, 3 раза сказала. Моя подруга это все слышала. Но она почему-то, наша тренерша, записала 90 раз. И потом на, ну типа, на огоньке начали меня обвинять во всем. Хотя она сама этого и не услышала неправильно. И в итоге я так и назвала эту историю. И в лагере было еще таких несколько историй, но я доказывала свою правоту. Ну вот мы и закончили третью историю. И остается четвертая, самая мистическая. Кто это? Я иду в столовую, опять же с той же самой подругой, но тут мимо меня проходит человек. Этот человек выглядит так. Серые глаза, кофта сине-зеленая, лицо, как популярно в Корее, такое прям тонкое-тонкое. И у него руки были в рукавах, вот как нарисовала, но они были очень тонкие, как будто их не было. Темно-синие штаны, черные ботинки. Так почему я все это вам рассказываю? Мимо проходило много людей, и никто не обратил на него внимания, кроме меня. И дело в том, что этого пацана больше нигде не было, кроме этого момента. Ни на дискотеке, ни в столовой. Я его нигде не видела, кроме этого раза. И после этого раза я тоже его нигде не видела. И также, когда он шел, он смотрел вот так вот глазами вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз все время. Потом, когда он увидел, что я на него смотрю, он посмотрел на меня и также шел и глазами смотрел вверх-вниз, 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 только в мою сторону. Но потом он перевернул. Могло мне это показаться? Нет. Потому что, когда я шла, я посмотрела потом назад, идет ли этот человек или нет. И он шел. То есть, я не знаю, кто это. Его, на него никто не обращал внимания, кроме меня. Я не понимаю, кто это. Мне нужен ответ на этот вопрос. В комментариях, пожалуйста, напишите, кто знает, что это может быть. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, кто это и ваше мнение в видео. И давайте мы наконец-то наберем 2000 подписчиков. Это моя мечта.